А услышать голос певицы Валерии Высоцкой можно будет уже сейчас. Это утро, она встречает вместе с нами. Доброе утро, Оля. Доброе утро. Доброе утро. С чего обычно начинается твой день? Мой день начинается с 2 стаканов воды. Воды? Всегда? Всегда. Почему? Я встаю, иду на кухню и выпиваю 2 стакана воды. Потом просыпаюсь. Потом просыпаюсь, да. Делаю зарядку, ем и так далее. Я, кстати, тоже много слышал про то, что первым делом нужно пить воду, потому что она запускает все внутренние механизмы. Да. Значит, все начинает работать. Валерий, последнюю музыкальную победу ты держала на фестивале в Тобольске. Вот легко ли она тебе далась? Ну, во-первых, это был такой первый международный фестиваль, на который я поехала из Тюмени. И могу сказать точно, что в Тюмени конкуренция намного выше вокалистов. Потому что в Тобольск приезжали и Доминиканская Республика была, представители. Но в общем уровень слабее, чем в Тюмени. Это действительно так. То есть, хотя это международный конкурс. А чем обуславливается? Ты как считаешь? Ну, я считаю, как сказать, наличием хороших педагогов в Тюмени, во-первых, и наличием, наверное, культура вот вокала именно эстрадного у нас более развита, потому что началась достаточно давно. То есть в Тобольске есть только студии, а у нас есть уже и высшее учебное заведение, и среднее звено, где работают очень хорошие педагоги. Валерий, следующий конкурс состоится, в котором ты будешь участвовать, состоится в эти выходные. Это будет Бардовский фестиваль. Вот хочется узнать, в какой номинации ты будешь выступать и что петь. Ну, я буду выступать в номинации исполнителей песен. На самом деле, это будет в первый раз такой мой опыт бардовских песен, так скажем, потому что я пела песни Акуджавы под гитару в каких-то конкурсах патриотических, но вот так вот целенаправленно поучаствовать в бардовском фестивале, это было в первый раз. И буду петь я одну песню современного, так скажем, композитора барда. Это Наталья Кучер. Она будет в составе жюри, она приезжает на этот конкурс. И вторая песня, я решила взять песню Владимира Высоцкого «Первый полет». Вот так. Да. Интересно узнать, когда ты начала заниматься музыкой и почему? Ну, пою я с детства. То есть ходила в музыкальную школу, пела 10 лет в хоре. Но, так скажем, более профессионально меня заставили заниматься этим в институте. Заставили. Заставили. Прям вынудили. Ты посмотри-ка, что творится. Собрали вокальную группу из 9 девчонок на первом курсе, которая пела замечательную песню «Вью над водой». Но за эфиром ты рассказывала, что вообще ты по образованию экономист. Да, я закончила МИФУ. Сейчас это институт права, экономики и управления. Так. Я учусь на аспирантуре. В общем, все началось со студенческого творчества, а вылилось уже практически в профессиональную такую певицу. Да? Точно. Чтобы поднять настроение себе, нам и телезрителям, Валерия споет песню «Проснись и пой». Самое то для позитивного начала нового дня. Да, Валерия, мы тебя оставляем. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся. Это утро вместе с вами встречали Айгуль Рахматуллина и Кирилл Бутусов. Удачи вам, ну и непременно хорошего настроения. Этот закон давно известен, не интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра, нужно, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй жизни хоть раз, не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, все, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз, не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над тобой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто взрослых слышат дети, что измельчало все на свете, и не дожди, и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что вначале дети о том же и ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, попробуй жизни хоть раз, не выпускать улыбку из закрытых глаз. Пускай капризен.